Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про историю создания нескольких портретов русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Портрет Александра Сергеевича Пушкина – картина русского живописца Ареста Кипренского, написанная в 1827 году. Один из самых известных прижизненных портретов поэта. Портрет был заказан другом Пушкина, бароном Антоном Деллингом. Пушкин позировал Кипренскому летом 1827 года в Шереметьевском дворце. На полотне Пушкин изображен в момент вдохновения. Этот образ подчеркивается присутствием маленькой бронзовой статуи Музы, расположенной на постаменте с правой стороны портрета. Одежда Пушкина на портрете Кипренского выделяется своей элегантностью. Поэт изображен в сюртюке из гладкой темной ткани, белой рубашки с едва видимым фрагментом воротника. Роскошный плащ с красивой подкладкой в шотландскую клетку небрежно наброшен на плечо. Широкий шелковый галстук на шее дополняет образ денди, подчеркивая стиль и вкус Пушкина. Особое внимание в портрете привлекает лицо поэта. Художник сумел передать необычайную притягательность внешности Пушкина. Ясные, чистые глаза и выразительный взгляд, обращенный в сторону зрителя, создают иллюзию, что именно в этот момент Пушкин задумал свое следующее гениальное произведение, возможно, даже Евгения Онегина. Портрет выполнен с предельной завершенностью, тщательной отделкой деталей. Цветовая гамма строго уравновешена. Художник передает ощущение торжественной тишины, подчеркивающей значительность встречи с поэтом. Портрет Кипренского, экспонировавшийся на выставке 1827 года, получил множество восторженных отзывов. Отец поэта считал эту работу лучшим изображением сына. Другие же критиковали работу Кипренского, который, по их мнению, не смог передать изменчивое выражение лица, энергию, живость, свойственные Пушкину. Сам Пушкин выкупил портрет у вдовы Дельвига в 1831 году и даже посвятил Кипренскому стихотворение, в котором осыпал комплиментами талант художника. Портрет Александра Сергеевича Пушкина. Картина русского живописца Василия Андреевича Тропинина, написанная в 1827 году. Тропинин создал портрет Пушкина, который выделяется своей непринужденностью. Пушкин предстает перед нами в домашнем образе, одетый в халат. Этот элемент одежды стал символом нового жанра – портретной живописи, халатного портрета, который впоследствии завоевал большую популярность среди москвичей. На шее поэта небрежно повязан платок, выступающий из подворотника, свободной рубашки, что добавляет образу естественности. Заказчиком портрета выступил друг Пушкина Сергей Соболевский, который хотел увидеть поэта в его естественном домашнем образе, без искусственных поз и укладок. История передачи готового портрета Соболевскому окутана тайной и легендами. Существует версия, что оригинал картины был подменен в пути, и настоящий портрет был найден лишь спустя 30 лет. Тропинин, уже будучи пожилым человеком, узнал свою работу, аккуратно очистил ее, но решил не вносить никаких изменений, сохранив первоначальный вид. Портрет Александра Сергеевича Пушкина. Картина русского живописца-акварелиста Петра Федоровича Соколова, написанная в 1836 году. Художник изобразил поэта в его излюбленной позе, со скрещенными на груди руками, на лице Александра Сергеевича
печать грусти и усталости. Это, как вы знаете, было очень трудное время для него. О портрете существовали разные суждения. Отец поэта усмотрел в нем много отступлений от верности и сходства. Другие считали, что это настоящий Пушкин. Очень интересно мнение о нем одного из первых русских фотографов – Сергея Львовича Левицкого. «Я знал Пушкина в 1832 году. Лицо его запомнил хорошо. Тем более, что лицо у Пушкина было такое характерное, что оно невольно запечатлевалось в памяти каждого, кто его встречал. Особенно же в тех, кто с известным благоговением относился к поэту. Когда же мне впервые показали акварель Соколова, я сразу сказал, это единственный настоящий Пушкин». Все три портрета отражают творческие установки самих художников и то, что они искали и видели в своих моделях. Художники увидели в Пушкине разные особенности его личности, и каждый из них был убедителен в своем видении. Всем спасибо за внимание.